Член общественной палаты Подмосковья Ксения Мишонова вступила в должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области недавно. Со слов омбудсмена из Сергиево-Посадского района, на ее электронную почту поступает большое количество жалоб. Поэтому уполномоченная по правам ребенка решила посетить Сергиев Посад и провести здесь личный прием граждан. Сегодня к Ксении Мишоновой обращались жители района с просьбой помочь в той или иной ситуации. Директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Оптимист» Ольга Солнышкина попросила содействия в реализации проекта по расширению центра. Ксения Мишонова пообещала оказать в этом вопросе посильную помощь. В большинстве своем сейчас идут обращения от родителей детишек-инвалидов. Это их обучение, их социализация, их реабилитация. Эти вопросы, конечно же, надо решать. И понятно, что с одной стороны все упирается, как всегда, в финансы, но с другой стороны есть огромная ресурсная, будем так говорить, поддержка в виде желания людей именно здесь, в администрации, решать эти вопросы. Поверьте мне, иногда даже есть деньги, но нет желания решать вопросы и идти навстречу людям. Сегодня я увидела, что все те, кто сидел со мной за столом, все руководители ведомств, подразделений, служб, по крайней мере, демонстрировали активную готовность решать вопросы, входить в необычные ситуации, а у нас они, правда, есть такие беспрецедентные ситуации. И вот я очень благодарна администрации, что именно так она обращена к людям. Мы без поддержки ничего не сделаем. И у меня нет ресурсов, я ничего не могу построить, я не могу взять деньги, перечислить. Но я могу содействовать этому, я могу содействовать сближению человека с его проблемой, с чиновником, который реально может решить его проблему. И если это невозможно сделать на вашем местном муниципальном уровне, мы идем наверх, на областной уровень, где мы тоже сейчас получаем большую поддержку.